Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Стикман Лучник. Так, открываем с тобой сундучок. Редкая карта. Ага, отвертка нам нужна для того, чтобы улучшать электрическую стрелу. Так, обычные карты. Опять же, обычные. И немножко финансов. Так, здесь забираем 50 кристаллов. Открыть. Так, это у нас базовая стрела может прокачаться. Это кактус, нитки, деньги и обычная карта. Ключи. Допустим. Так, что мы можем с тобой сделать? Улучшить обычную стрелу. Насколько я могу понимать, потому что мы с тобой собрали достаточно ресурсов. И где она у нас? Вот. Так, нам дает урон от стрельбы плюс 5. То есть это получается сколько? 11. Ух. Ну, нормально. Вроде бы пока все. Можно следующий активировать. Ну, а мы поехали на арену. Так, утиный остров откроется когда у нас? Когда мы достигнем 15 уровня. Но это еще не скоро. Ищем противника. Не, мне нравится, как мой Стикман в этой бандане, да, смотрится. Нет, это даже не бандана, это повязка, наверное, скорее всего. Ох ты, Санек. Санек, значит, да? Мой ход. Ну, давай для начала обычной стрелой метну. Блин, ака. Тут надо между этими пропускать. Прям в лук ему, ой, в щит. Ты гляди-ка. Тоже метко стреляет, а? Препятствия переместились, говорят. Да не особо сильно они, честно говоря, переместились. Поехали. Так, ну что, щит у него скоро лопнет. Так, ну он сейчас тоже по старой траектории, наверное, выпустит в меня стрелу, скорее всего. О-хо-хо-хо. Он взял кактус. Ну да. Так, ну что, тогда мы с тобой сделаем чутка по-другому. Блин, я боюсь, мы сейчас перелетим. Еще и радостный такой, а, смотри. Кривляется. Блин, почему ему ветер в пунзу идет, а мне нет. Все, я лишился щита. Поехали. Да ёк, макарек, ну вы серьезно? Сфейлился я, короче. Если он сейчас мне этим кактусом зарядит. Ветер усилит. А, он еще и бомбочку берет. Он еще и бомбочку взял. Надеюсь, попаду. Что с моим глазомером, друзья? Я ему расчистил путь. Сейчас просто попадание прямое в меня и все. Ему никаких преград здесь нету. Я даже не встал. Я решил не вставать, не ползти никуда, просто тупо отдохнуть. Да, вот такие вот, ребята, дела. Ух ты. Ресурс. Слушай, я могу лук прокачать. Монеты. Слушай, давай-ка я сейчас, наверное, лук. Я не знаю, правда, что это мне даст. Давай еще, наверное, сундук откроем с тобой. Так, это базовая. Все понятно. Нитки для флага. И опять же монетки. А флаг нам что дает, если мы его улучшать будем? Опа. Щит можно еще улучшать. Окей.
Ну что, давай тогда будем прокачиваться, да? Поехали. Значит так, лук улучшить 1500. А это дает бонус к опыту. Все, мы улучшили с тобой бонус. Теперь у нас будет круче играть. Да. Что-то с моим глазным миром не то. Фокер. Это что, типа девочка? Губастые. Так, ну ладно, посмотрим, что он будет делать. Навесиком, что ли, решил? Давай в пеликана. Красавчик. Красавчик. Так, а мы выберем с тобой, наверное, стрелу. Бомбочку. Это что такое было-то? Ё-моё, блин. Вот это я нубас. Чё он ходит туда-сюда-то, не могу понять. Почему мне стрела-то... Стрела-то полетела не туда, куда надо. Чё такое, не понял. Да ё-моё, ну блин, эти пеликаны. Он взял просто навскидку, прикинь, и попал в ногу. Сейчас он это запомнит траекторию и будет по ней бомбить. Попал, попал. Поджарил его. Надо будет все-таки взять чуть-чуть повыше. Он берет траекторию ту же самую, поверь мне. Но, видишь, неудачно. Так, а мы с тобой возьмем... Вот так. Слушай, ну отлично. Сейчас у него щит, по ходу дела, упадет. Угу, берет тоже стрелу. Электрическую. Попал, а? Ты посмотри. Блин, у меня что-то здоровья-то мало. Эй. Погнали. На тебе. Минус щит. Слушай, если он сейчас попадет в свою стрелу, по-моему, мне будет карантарики. Давай вон в пеликана. Ну. Так, я еще живу. В общем, вся надежда на последний мой выстрел. Ага. Поехали. На тебе. И он еще и выжил. Он выжил, друзья мои. А вот я, походу, нет. У меня всего лишь 9 здоровья. Да, с первой бомбочкой, конечно, я лопухнулся. Все, сгорел. Сгорел мой персонаж. Я в шоке. Почему первая бомба полетела куда-то в землю? Я так и не понял, ребят. Ну, меня это нисколечко не радует. Я только разозлился. А если мы проигрываем, мы все равно получаем, оказывается, звезды, да? Так, хорошо. Так, мы получаем 3 ключа. Поехали. Опять Фокер, блин. Слушай, ну зато есть, ребята, шанс отыграться. Блин, в щит. Так, ветер, ветер. Он рассчитывает силу ветра, ребят. Плохо ты рассчитал, парень, силу ветра. Плохо. На тебе. Ну что, щиту крышка, в принципе. Щит мы с тобой разнесем. О! Фига, а ты не пере... не переборщил ли, парнишка? Ага. А вот так вот. Все, минус щит.
разминается там стоит. Ну давай, давай, давай. Огненную берет стрелу. Уже не знает, как уже метнуть. Он перебор опять. Ну, а я беру, пожалуй-ка, кактус. Поехали. На тебе, вдыхало. Отлично был выстрел. Сейчас я... Он же подкалывал меня, да? В этот, в щит попал. Соответственно, урона я не получаю. На тебе. Так, ладно. Вот так он сделает. Угу, ну что там эхикаешь? Эхикает он мне. Ну что, придется добивать. Отыгрался, отыгрался наконец-то. А то что это за дела такие? Два проигрыша подряд. Ну это совсем не дело. Такие деловые. Так, сундук. Восьмичасовой, ребят, кстати, сундук. Кристаллы. Так, огненную стрелу можно прокачать. Давай-ка прокачаем огненную стрелу. Чтобы она, соответственно, наносила больше урона, да, я так понимаю? Так, длина возгорания. Так, и урон от стрелы. Шикарно. Ну что? Погоди, блин, там что-то у нас, подожди, задание какое-то. Так, выстрел базовой стрелой забираем. Квест выполнен. Урон от стрелы кактус. Так, использую огненную стрелу. Окей, поехали. Моррисон против Рафуля. Рафуль. Рафуль. Ну чё, чё, давай, это не мы, это Рафуль. Тут ему надо вот так вот стрелять. Угу. Тоже стрелять будем обычными пока стрелами. Вот так вот. Прям в голову нормально так. Давай, давай, Рафуль, не дергайся там, не танцуй. Танцы твои сейчас никому не нужны. Он взял кактус. Метится, метится. Но не повезло тебе. Так, ну мы с тобой... Подожди, у нас же задание взять огненную стрелу. Попасть или просто использовать, я не помню. Попробуем. Да. А что, не переместились, что ли? Давай, давай, ходи. Да, немножко, конечно... Ну да, ребята, переместились. Ну-ка. Блин, в щит. Фиг ли мне этот щит? В щит надо разбивать чем? Кактусом, наверное, я так понимаю. О, или, да, или вот этой стрелой тоже, кстати, неплохо было бы. В щит попадаешь, все равно получает урон. У меня, кстати, 55 за руя, а у него почему-то 36. Но у него щит 59. Дай-ка я тоже, наверное, возьму такую стрелу. Или бомбочку взять. Да, тут... На тебе! Ничего себе, там он улетел. А неплохо таким навесиком, да, получилось? Так фиг ли там, такая сплошная стена из этих мух, фиг пробьешь. Ему-то, вон, смотри, ему тут стреляй, не хочу. Вот так вот.
А мне почему-то достает с моей стороны вообще какая-то трешня. Смотри. Не, ну сейчас нормально. Сейчас можно вот так вот, наверное. Так вот. Попробуем. Твою налево, а. У него 17 здоровья всего лишь-то. Метится что-то. У него что, бомбочка, что ли? Точно, он бомбочку взял. Так, у нас в тот раз недолет был. На тебе. Он еще выжил? Твою налево, как ты выжил-то, а? Он опять взял бомбочку, друзья. Он возьмет ту же самую траекторию, он по ней целится, я же вижу. Точно. Нет. Ни шиша у тебя не получилось. Ага. Запуск. Готов. Отлично. Ну что, Рафуль? Отдыхуль? Нормально. Так, сейчас посмотрим, мы выполнили с тобой ежедневку или нет. Там надо было что-то огненной стрелой выстрелить. Нет, не выполнил. Опа. Забираем с тобой. Ух ты, новая стрела, ребята. 7-й уровень получаем, кластерная. Это как так понять, кластерная? Как повышать уровни? Кластерная. Слушай, наверное, мы возьмем ее с собой. Есть свободное место в колчине. Тем более, если есть место свободное, что она делает? Как про нее почитать информацию? Вот. Разделяется в воздухе на несколько стрел. Смертельное оружие в умелых руках. У-ху-ху-ху-ху. Ты представляешь? То есть ты выпускаешь одну стрелу, а она потом разделяется еще на несколько. Опа, Эндрю. Я такую шляпу взял, приветствую. Он приветствует, ребят, тоже приветствую. Хм, попал. Метко стреляет. Давай так вот. Твою налево, кто же знал, что там этот пакость стоит. Надо чаще пользоваться отдалением камеры. Он взял тоже бомбочку. Отлично, просто шикарно. Теперь нам ничего не мешает. Так, он тоже бомбочку взял, да? Угу. Тоже в щит. Щит у меня в мясо разлетелся. Погнали. На тебе. Если он сейчас своей бомбочкой фиговый в меня попадет. Он взял огненную стрелу. Промахнулся. Давай так. Все. Все, 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 лежи. Ну, хотя бы адекватно отреагировал он на это. Так, ну что, друзья мои, мы продолжаем, продолжаем наши поединки. Так, надо посмотреть, что тут делать. Выстрел огненной стрелы, используй огненную стрелу. Нанести урон, ага. Нам нужно вот 400 урона нанести этой стрелой кактусом. Окей. Так, ну что, против, кто тут против меня? Я жду. Ох, нифига.
У чувачка тоже все по фулочке, я смотрю. Майор. Так, мой ход. Давай так попробуем. Эть. Понял. Понял, не дурак. А он сразу берется за огненную стрелу. Неужели такой снайпер? Ты гляди-ка. Фигли ха-ха-ха. Такой тупизм сейчас сделал я. Так, он взял кактуса. Возьмет ту же самую... Нет, он берет навесиком, ребят. Да как точно почти бьет-то? Нифига! Это читер. Ну-ка. Да это что за бред такой? Я не пойму, почему стрела? Это такой ветер сильный, типа, не долетело. Тут, походу, фейл, друзья. Что он делает? Да, тут вообще никак. Давай проверим такой вот перелет. Перелет, причем офигенный. Берет бомбочку. У него что там, акваланг-маска, что ли? Или что такое, не пойму. Навесик взял. Перелет. Ветер в его сторону, да? Неужели? Неужели я попал в него? Ха-ха-ха, вот и ха-ха. У меня как-то стук остался. Поехали. Ай, блин. Бомбочка, да? Оу. Чё ты, парень? Тоже с бомбочками ты переборщил, по-моему. Поехали. Эй, твою душу. Чуть-чуть, блин. У него щита нету, блин, но... Я так и думал, что он... Ох, повезло как. Блин, это вот когда такая вот погода, лучше взять, я не знаю, ребят. Ну, огненную стрелу, наверное. Поехали. Ветер очень сильно все портит, понимаешь? В щит, бомбани в щит лучше. О, спасибо. Спасибо огромное. Ну. О, сильный ветер. Вот когда сильный ветер, ребят, тут надо вот вообще. Вот зачем он вот это вот он делает? Ты глянь. Ты прям такой мастер, что ли? Я не понял, на. Блин, в щит. Я забыл, что у него щит еще есть. Ё-моё. Все, ребят, походу фейл. Да. Вот я навесом не умею, ребят, играть. Вот серьезно говорю. Просто вот с помощью навесиков. Это как бы не мое. Как-то нужно подрасчитывать все, да? Так, мы здесь выполнили еще одно задание. Так, и что нам нужно? Нанести урон стрелой кактусом. И тогда мы получим с тобой сундук. А кластерной стрелой я так и не попользовался, кстати. Ну кто там? Давай, давай, быстрее. Коскрей какой-то, нифига, чувак. Да ты рогоносец, я смотрю. Так, ну тут, по-моему, ничего страшного нету.
Ать, прям в пяточку, в коленочку ему. Прям в коленочку ему засандалил. Молодец, спасибо тебе большое. Вот только мне это... Ничего не мешает. Так вот. Перелетыш. А он опять, он все-таки с бомбочкой. Нет, он взял огненную стрелу. Ты глянь, еще и поджег меня. Три поджога, ребят, на мне висит теперь. Давай так попробуем. Да иди ты, блин. Что за дебилизм? Хоть не стреляй вот в такую погоду, блин. Он взял тоже бомбочку, ребят. А я теперь буду гореть. Ну ты посмотри. Хоть кластерную, может быть, посмотреть. Неплохо. Попал, главное, ему в голову. Так, он берет стрелу кактус. Перелет, это явно тут. Ать! Еще и поджог это, да хорош. Не-не-не-не-не-не, берем бомбу. Погода безветренная, так что должно все пройти хорошо. Есть! Красавчики мы, красавчики, друзья мои. Прям под ножку. На, держи бомбочку, лови. Красиво было, тут не поспоришь. Рогоносец, иди, гуляй. Так, мы с тобой получаем два сундучка. Один здесь. Так, флаг. Обычная карта, это что? А, для кластерной, да? Для огненной, так, деньги и ключи. Так, и где-то здесь. Что у нас тут? Коробочка. Восьмой уровень получаем. Так, кактус, кластерная и деньги. Все, все понятно. Ну что, еще партийку? Поехали. Пока у нас есть ячейки под сундуки, надо использовать, ребят. О, Макс. Блин, пеликаши эти. Ага, все-таки одна попала, да? Да, пеликаны очень бесят. Еще когда ветер дует. Что он там взял? Попал же, ты посмотри, а? Да пролетайте вы быстрее, а? В хлам щит. Так, если он сейчас постарается... Что он там взял? Бомбочку. Ветер, да, да, ветер. Ветер он могуч. Он гоняет стаи туч. Прям в живот ему, на. Хлеборезчик. Так, опять. Опять тут против ветра. О, подводная лодка тут улетела. Ты смотри. Ребята, у нас шанс один остался. Либо-либо. Я, естественно, беру бомбочку, естественно. И попытаюсь сейчас попасть. На тебе. Сиди там. И отдыхай. Фух. Я считаю, что сыграл вообще великолепно. Вот эти вот последние бои, да, нормально. Но начали мы, конечно, очень жиденько. Согласись. Начало было корявенькое.
Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!